Иван Андреевич, ну вот вам слово. Расскажите про нашу работу и, в первую очередь, вашу работу с Юлией Николаевной. Я сильно мешаю? Спасибо. Я только вот с корабля на бал, он только сейчас успел доехать из проспекта Вернадского, поэтому успел переодеться. И прошу прощения вот за такого рода производственные накладки, которые вот с этого сентября совсем меня с непривычки как-то подшибли, так сказать, вот другое кое-что, но и это. В общем, хотел быть сначала, хотел послушать коллег, но вот не получилось. Людмила Викторовна я заранее предупредил, но она вот сказала, что, в принципе, можно успеть. Работа на... Иван Андреевич, а все будет в записи, если что-то, мы потом все это разместим на сайте проекта. Хорошо, спасибо. С удовольствием посмотрю. Я должен сказать, что я никогда в жизни так тяжело не работал над какой-либо книгой, как вот довелось работать вот над этим томом советского и постсоветский Достоевский. Тут какие-то чисто жизненные обстоятельства мешались. От стройки над головой до там всяких других приходящих обстоятельств, но и даже сложность материала была такова, что я вначале должен поблагодарить, не знаю, присутствует или нет, ну вот как раз уже упомянутую Юлию Николаевну Сытину, без которой я технически, наверное, никогда бы не смог все-таки подготовить то, что удалось подготовить, а также Никиту Сюндюкова, который будет, я думаю, еще, как я понял, выступать, но дело в том, что он в этом томе не обозначен, но без его вот такого постоянного с ним контакта тоже, ну просто не получилась бы эта работа, вот, не вышло бы ничего ровным счетом. Я уже сам стал сомневаться, что сможем закончить. Ну вот очень помог Никита, я его благодарю как раз за это отдельно. И должен поблагодарить также Людмилу Викторовну саму, ибо она обладала каким-то и обладает подлинно ангельским терпением, которым я, например, ни в малейшей степени не обладаю. Вот. И вот несмотря на невероятные, невозможные какие-то сложности, которые не буду о них говорить даже, но они были какие-то непреодолимые, просто непреодолимые. Работа была завершена во многом благодаря вот такому дистанционному. Вот со всеми этими людьми мы работали дистанционно, вышеупомянутыми, понимаете? Но очень так насыщенно, плодотворно и всем. Всем большое спасибо за успешное завершение. Они больше достойны похвалы, чем я. Вот. А что касается самой доктрины тома, то в ходе работы претерпела такую значительную трансформацию эта самая доктрина. Поначалу думалось так, что будет два больших блока. Вот советский Достоевский, вот, изучение его в такую советскую эпоху, постсоветский Достоевский, тоже там разные вариации, разные прочтения его. Но затем
вот пришлось отказаться от такого логичного, казалось бы, расположения, потому что, с одной стороны, выявилось, ну, попросту говоря, очевидные вещи, но когда так вот составляешь тексты, то они становятся еще более очевидными, чем интуитивно казалось. Выяснилось, что такой границы особой, вот такой резко отделяющий постсоветского от советского, в сущности, не существует. Продолжаются и усугубляются, и усугубляется то даже не идеологическое, как я это подчеркнул во вступительной статье, а аксиологическое, просто решительное неприятие Фёдора Михайловича Достоевского, его мира, его убеждений, его ценностей, оно усугубляется, он называется не просто там кем-то там, а уже и таким, ну, в общем-то, самым страшным фашистом, который только может быть у нас. Это об этом у меня говорится в вступительной статье. Обсуждаю я такие корни такого неприятия. Вот. И вот эта линия, чуть-чуть подальше я ее охарактеризую, контра, она никуда не делась на самом деле из такого общественного сознания, из политического сознания, идеологического, продолжают выдергивать из Достоевского суждения героев, как и ранее, приписывать ему. Даже наши коллеги, вот швейцарские коллеги, которого я по новейшей цитирую его публикации, как раз в такой немецкоязычной швейцарской газете, где он посредством монтажа цитата убедительно доказывает, что Достоевский настоящее чудовище. Чудовище. Вот. И в высшей степени характеризует Россию, которая такое же точно чудовище, как действительно Достоевский. Вот, в январе вышло это к юбилею, стало быть, можете посмотреть, ссылка имеется на источник. Вот, и с другой стороны, имеются прекрасные работы, опубликованные еще в советское время, такие как работа академика Виноградова, Скафтымова, на мой взгляд, Бахтина, ну, как я тоже чуть-чуть подальше чуть-чуть распространимся, которые совсем не утеряли своего значения, которые мы продолжаем наряду с, ну, с такими классическими работами, которые в этот том не вошли, но я очень надеюсь, я уповал на это и писал об этом, вошли в предыдущий том, вот, Иустина Поповича, значит, как раз Оскара фон Шульца и других авторов, которые, ну, как бы проникли, мне кажется, в самые заветные для Достоевского уголки его сердца, и передали это, так сказать. Но вот под Сурдинку это было уже в советское время. И поэтому вот от такой резкой рубрикации вот, я отошел в конце концов, тоже посоветовались мы с другим составителем, и вот так вот пришли к тому, что вот другая будет здесь публикация. Но я не хочу быть настолько самонадеянным, чтобы как-то говорить о своем видении Фёдора Михайловича. Как раз скажу немножко о структуре самого тома. Вот первый раздел представляет собой вот такие словарные объяснения Достоевского. Конечно, они в вытяжках, но наиболее характерных вытяжках, так сказать, повторяющиеся
моменты редуцированы. Это тоже была большая работа вот этих советских энциклопедий, постсоветских, ну, таких, как русские писатели, которые еще не закончены. Вот собрать объяснение. Ну, кто знает мои установки немножечко, тот понимает, что словом понимает, почему слово «объяснение» в кавычках поставлено. Это такое овнешнение, объективация Достоевского, такое вот укладывание Достоевского в то или иное прокрустово ложе вот своей той или иной идеологии. Но в нашем случае она была в целом едина, потому что это такая особая совсем эпоха. Не хочу сказать, я это оговариваю, мы не можем сказать, что как раз вот исключительно одни бесы только изучали Достоевского. Нет, не одни бесы, но огромное воздействие оказали бесы на изучение Достоевского. И продолжают оказывать в театральных постановках, в интерпретациях, так и кружат. Вокруг Федора Михайловича никак не могут успокоиться и даже, я бы сказал, радикализировались, как это вот не странно покажется. Ну, как известно, опять-таки, в первые советские большевистские десятилетия, примерно первые 15 лет, я опять-таки со ссылкой на такие новейшие источники это пытаюсь показать. Сама вступительная статья называется «Архискверный Достоевский в малом времени советско-постсоветской десятилетии и в большом времени русской культуры». Вот первые 15 лет не только сам Федор Михайлович, но и русская литература и русская история, она, как известно, не преподавалась в школе систематически. Вот я там привожу цитату из истории Пенечкина, где из советской энциклопедии, где слово «Россия» помечено буквой «Б», «бывшая Россия». То есть Россия, в России нет уже. И русская история, это тоже там имеется, она также, отказались наши ученые от понятия русской истории. И мы знаем, что некоторые отказались от понятия русская литература. Они используют сейчас в постсоветское время понятие российская литература, но не русская литература. Причем в официальных названиях, официальных учреждений. И это все имеет свою, конечно, генеалогию. Эта генеалогия прослеживается. И вот мы видим, что как раз в других разделах это показывается. Ну и в этом разделе, в разделе словарном тоже демонстрируется, как вот такое совершенное неприятие контра Достоевского сменяется таким обрезанным, редуцированным Достоевским гуманистом. И гуманизм – это гуманизм, конечно, без Христа, как отсекается главное, как православие учитывается. А вместе с православием – это дзен-буддизм и другие столь же важные для Достоевского вещи, такие же важные. Вот. Много чего важного, он многое вобрал в себя. Я как раз в комментариях к публикациям, когда анализирую таких авторов, как Федленда, значит, и других подобных ему, Корякин, значит, который как будто бы говорит, что он пробудил или легализировал Достоевского, а на самом деле мы видим там продолжение, но продолжение своеобразное. То есть Достоевский должен быть нашим, потому что хоть и русская литература амнистирована была частично, но вот Достоевского в его полном виде амнистировать было невозможно. Потому что все-таки его можно было сделать своим,
как бы вот для бесов, но под конвоем его сопроводить. И под конвоем он и сопровождался, под конвоем. Как русский фольклор, как Александр Сергеевич Пушкин, только под конвоем. Целостным их невозможно. Вот, значит, то есть такой вот редуцированный Достоевский, и опять-таки это показывается посредством словарных определений, словарных таких установок именно вот в этой самой еще первой части, первом разделе. Он, в принципе, от Луначарского до Арнадска и Туниманова здесь прослеживается, ну, просто потому что последние авторитетные издания. Другие разделы – это такие, как, стало быть, вот тут Достоевщина имеется, и здесь можно тоже увидеть необыкновенную гибкость наших гуманитариев. Вот, например, в работах уже конца 50-х годов, в книге, созвучной с названием серии, Виктор Борисович Шкловский как раз уже не призывает судить преступника Достоевского, как он это сделал на первом съезде Союза писателей. Подробно это рассматривается в работе как раз Владимира Николаевича Захарова, он, и не только он прослеживает вот в этом доме как раз такую тоже своего рода такую традицию бесовства, уже не призывает Шкловский, а находит также и про, а не только контра. Но как съязвил в свое время сам Виктор Борисович, что на упреке, что они развенчивают русскую литературу, что мы не развенчиваем ее, мы ее развенчиваем. И я счел, что если как раз вот возможно развенчивать русскую литературу, то почему мне, например, тоже не развинтить сам механизм вот этого развенчивания? Значит, и тоже я попытался это показать вот не только в вступительной статье, но и в комментариях к этим развенчивателям русской литературы. Причем есть очень талантливые люди, продолжателя такой установки. Ну, например, Елизар Моисеевич Меретинский, прекрасный филолог, замечательный, с, так сказать, мировым именем. Но в доме представлена его такая несколько вызывающая, подражающая Борису Эхенбауму, так сказать, в названии работа «Как сделаны братья Карамазовы». Вот, значит, он показывает, ну вот, потому что как сделана шинель, это все-таки, ну как бы я показываю, как нашито, игра слов, но шинель нечто неодушевленное, как вы понимаете. А как сделаны братья Карамазовы, это уже, так сказать, это уже что-то одушевленное, так сказать. Вот, ну и поскольку вот это так, и я стараюсь показать, как сделаны вот эти самые работы также. Поскольку, ну, таким же, что называется, таким же способом, конгениально этому направлению, собственно говоря. И то, что как раз вот тот же упомянутый Владимир Николаевич назвал синдромом Достоевского, тоже пытаюсь как-то инструментализировать, как-то показать инструментально, ну, как устройством этих разделов и комментариями к работам. Да, вот если вот, ну, заканчивать разговор о Владимире Николаевиче, то есть вот здесь, как достоевение, то вот его интервью последнее, все яростнее попытки выгнать хозяина из дома, имеется в виду Достоевского, здесь как раз вот показаны вот эти попытки. И я согласен, что они все яростнее. Я только лишь пытаюсь показать
За что же Достоевского надо судить-то на самом деле? Потому что все-таки, мне кажется, мы так не осознали, за что именно его нужно судить как преступника. Это все-таки надо задуматься о логике. Логика есть. Вот я пытаюсь это продолжить, то есть, кстати, ну, в комментариях. Логика здесь есть, судей. Она имеется, нужно все-таки вжиться в эту логику. И отдельный раздел посвящен Бахтину и его позднейшему окружению. Я считаю, что все-таки это эпоха. Эпоха. И в этом разделе два, ну, две такие противоположные установки двух ближайших его учеников, нельзя сказать учеников, последователей Кожаного и Бочарова взяты. Это с разных позиций они рассматривают как раз вот установки бахтинские. Но я от себя скажу, что когда появилась книга Бахтина, и я указываю, что она, что ссылки на нее появились уже в советских энциклопедиях, вот у господина Белкина, автора одной из вступительных статей, уже появилась, то с удовольствием был он воспринят, прежде всего, как, ну, как будто провозглашающий такой релятивизм ценностей. Раз мы вообще-то берем себе Достоевского, раз Достоевский теперь наш, как и Пушкин, строящий коммунизм, Пушкин как строитель коммунизма, была такая в свое время книга одна, несколько изданий там, так сказать, вышло, то тогда почему не взять эту идею полифонии Достоевского и то, что в центре Христос, будет вытеснено на одной из, так сказать, таких периферийных орбит. Да, и Христос тоже. И Христос тоже. Вот Христос и Иван Карамазов. Равноправие голосов. Вот так это было воспринято, так сказать, с великим удовольствием, вот в такой редукции, с такой адаптацией. И как раз ну, в доме имеется и полемика, разумеется, с Бахтиным, и про бахтинские работы, ну, вот те, другие. Телеология романа Достоевского как раз здесь имеется одна из, один из разделов. Другой раздел «Достоевский и традиции», ну, вот Назировская работа, работа Назирова, Достоевский романтизм. Ванчукова, философа современного значения Достоевского для русской философии, который просто утверждает, что на самом деле все то, что называется русской философией, вышло из Достоевского. Из Достоевского. По-настоящему, ну, такого вот философского. Я не знаю, это вот философ Ванчуков, профессор МГУ. Далее имеется здесь раздел «Достоевский в культурно-историческом аспекте», в культурно-историческом аспекте, где присутствуют, ну, и современники, и ученые, которые уже по ту сторону земной жизни находятся. Слово у Достоевского, Тынянов, Достоевский Гоблин, теории пародии. Сам я к этому отношусь скептически, к вот такому пародированию, потому что Тынянов не разграничивает принципиально, это не просто как бы вот какой-то случайный эпизод, он не разграничивает автора и героя, для него автор и герой порождены одним сознанием. И поэтому, конечно, тоже высказывание героя вполне можно соотнести с высказыванием, допустим, Гоголя. И сказать, что да, вот здесь пародия, поскольку здесь вот как бы превращение, так сказать, вот, героя в автора имеется. Ну, имеется раздел «Спектр интерпретации Достоевского», и единственное, что я как раз, ну, не сделал, думал сделать, но потом отказался от этой такой задачи,
Это вот рассмотрение, такое подробное рассмотрение, все-таки такое детальное работы, ну, скажем, конца 20-го, начала 21-го веков. Счел, что с некоторыми такими купюрами для этого как раз годится, ну, вот и работа Владимира Николаевича, даже работы некоторые здесь помещены, и совместная работа Валентины Борисовой и Сергея Шаулова, Достоевский на рубеже веков, антиномия интерпретации. Зато как раз, в общем-то, я еще важно обговорить вот эту особую такую установку такого раннее большевистского времени, которая, так сказать, неявно присутствует в интерпретации, посвященной Достоевскому, которую можно назвать фрейдомарксизмом. Поскольку этот фрейдомарксизм, который сейчас, ну, немножечко так возрождается, он призван был, и там я цитирую вождей большевизма первого ряда, призван был не только кардинально поменять природу как таковую, так сказать, общество как таковое, ценности прежние как таковые, общественные, но и изменить представление о природе человеческой, так сказать, как бы помочь кардинальной переделке самого человека. И эта переделка, как раз вот я пытаюсь это доказать, она направлена в сторону, прямо противоположную тому, что хотел Федор Михайлович Достоевский. То есть не такое не преодоление в себе ветхого человека, не пасхальное все-таки воскресение в себе человека, а напротив того, возвращение к вот этим моделям, ветхим моделям, которые как будто бы уже отвергнуты, отвергнуты христианской эпохой. Я показываю, как они соединяются с установками, ну, такими идеолого-политическими. Стараюсь это показать. Такое обнишнение, превращение нас в сущности, в таких, ну, таких потребителей цифры, или вообще, так сказать, превращение, так сказать, личности в, ну, такую вот часть какой-то очень сложной, очень разумно устроенной машины. Для этого нужно сделать некоторые, конечно, сами манипуляции, вот, и для успешного завершения процесса. И это уже маячило в самом начале, это не какое-то вот позднейшее нынешнее изобретение. Это то, что действительно целесообразно, разумно и в самом деле в высшей степени эффективно. В высшей степени эффективно. Только эта эффективность, она противоположна той благодати и той благой вести, которую принес в мир Христос. Вот и все. Значит, и поэтому вот сам дух Достоевского и дух, вот этот дух, они не могут ни в коем случае, так сказать, ужиться. И они, наверное, радикализация, о которой я сейчас сказал, она в этом смысле объяснима. Вот, казалось бы, с, так сказать, с завершением эпохи Красного Колеса в какую-то иную сторону повернется картина. Но мы видим такое плавное превращение Красного Колеса в колесо желтое. И то, и другое пытается побрать крест. И если христоцентризм – это все-таки основа основ поэтики Достоевского, что не мог сказать Бахтин,
что не мог сказать Бхакти. Я как раз пытаюсь доказать, что он это понимал, горестно. То как раз вот эти трансформации, они объяснены. И заканчивается, кстати, заканчиваю я тем, что вот какие-то звуки посторонние, кажется. Заканчиваю я тем, что мы видим, что даже, как показал такой коллектив текстологический филологического факультета Петрозаводского университета, так сказать, в цикле работы, и это не только уже Владимир Николаевич, но и его ученики, как это было показано, вот это возвращение к подлинному Достоевскому начинается с текстологии, и уже началось. И вот как раз я... Я уповаю на то, что вслед за таким возвращением подлинного Достоевского текстологическим, все-таки неизбежно последует и возвращение как раз не только текстологическое уже. И я думаю, что вот эти четыре тома, они должны способствовать такому возвращению, как и другие работы вот коллег как раз в этот год Достоевского. Спасибо за внимание. Спасибо, Иван Андреевич. Большое, было очень приятно вас слышать. Знаете, как бальзам на душу. Ваши слова. Правда, по нынешней ситуации. Ну, я думаю, что, да, в общем-то, мы в проекте, конечно, пытались все вместе, у нас какая-то общая идеологическая такая платформа, да, все мы в какой-то степени разделяем ту точку зрения, которую высказал Иван Андреевич. Но я бы хотела, у нас время уже подходит к концу нашей презентации, потому что Игорь Иванович сегодня еще лекцию у нас читает о Достоевском и Тарковском. Вот, я хотела попросить Владимира Николаевича, вы скажете несколько слов вот о нашем проекте. Вы все-таки главный куратор всей этой программы. Владимир Николаевич Захаров, вы здесь? Да, я здесь, спасибо. Да, тогда я передаю. Ну что, я здесь, конечно, вдвойне. Потому что, с одной стороны, я администратор этого конкурса и заинтересован в успехах, и как администратор конкурса готов всех хвалить, но вместе с тем, конечно, как исследователь, я критичен по отношению к результатам работы и к выступлениям. Я никогда не думал, что я так во многом не согласен с Александром Александровичем. Мрачный Достоевский, вон Достоевского, почти вон. И вообще все стереотипы и мифы, я предполагал отжившие эпохи. Для меня Достоевский свет, жизнерадостный, как и для Оскара фон Шульца. Для меня Достоевский поэт, пророк, художник, учитель, апостол, как для преподобного Иустина Поповича. А Достоевский поэт, Достоевский пророк, Достоевский апостол по той простой причине, что он всечеловек. И всечеловек лежит в основе восприятия Достоевского ведущими
исследовать. Я бы так сказал, потому что ну, 100 лет прошло для того, чтобы по достоинству оценить труд преподобного Иустима, оконченный в 1919 году и переработанный в издании 1940 года. С недавних пор я завел ну, такой азартный ну, досуг, скажем так. Стал просматривать, кто из исследователей не слышит и не видит главного слова Достоевского – «всечеловек». А «всечеловек» с большой буквы – это Христос. «Всечеловек» с маленькой буквы – совершенно христианин. И вот тут у меня были очень горькие разочарования, когда я ожидал, что хотя бы процитирую по Пушкинской речи это, эти слова. Стать русским, быть русским, стать всечеловеком, если хотите. Но оказывается, ну, очень многие, почти никто, даже не употребляет этого слова. Ну, у Бахтина, в его исследовательском замысле, этого слова совершенно нет. Во всех томах нет этого слова. Ну, конечно, тут есть исторические причины, но не только исторические причины. И я мог бы на эту тему много чего сказать. Я хотел бы только лишь обозначить одну проблему. Проблему очень важную. Вопрос, ответить на вопрос, который задал Иван Андреевич. А за что сегодня хотят казнить Достоевского? Ну вот, для меня, в общем-то, ответ на этот вопрос очевиден. За Христа, за православие. Мы благодушествуем и, ну, в общем-то, готовы рассуждать на самые абстрактные, отвлеченные темы. Ну, но есть определенные установки, есть определенные силы, которые действуют через конкретных людей. Имена их мы знаем, Иван Андреевич называл, которые считают, что будущее России без православия, с чем угодно, только без православия. Что Достоевский нам нужен без православия. Ну, и эти установки, они реализуются. Сейчас я, допустим, встречаю и с удивлением замечаю молодых, бойких людей, которые начинают ну, вот, такую пропагандистскую работу вести. Это не совсем философ. Ну, вот, скорее всего, политологи, культурологи. Но такая компания есть, она подбирается, она действует. Ну, пусть действует, но, в общем-то, мы живем в мире, который не готов. Точнее, в общем-то, мы живем в мире с людьми, которые готовы бороться с Достоевским, уничтожать Достоевского. Ну, и это реальность нашей жизни. Ну, вот, мы тут недалеко ушли от времен гражданской войны. Ну, вот, и нужно реально смотреть на вещи. Если я с большим интересом прочитал тома, которые в общем-то, поступили в РФФИ, ну вот, и у меня, в общем-то, опять же, есть удовлетворение от того, что сделано, и вместе с тем есть, ну, скажем, такие вот замечания. По
тому, как сделано. Ну, замечательный, прекрасный том, который подготовил Игорь Иванович. Но он знаком. Знакомые имена, знакомые произведения. Некоторых имен нет, потому что это право составителя. Но вместе с тем, мне кажется, что было бы лучше, если бы, ну, скажем, такая окончательная реакция этого тома, редакция этого тома появилась после итогов конкурса, после того, как вот выйдут все тома. Ну, есть том, который вышел в рамках 30-томной серии «Источники и методы изучения Достоевского», «Достоевский русской критики», 1845-81 год. Том тоже с недостатками. В нем много реферативности, немного концептуальности, но он открывает расширенную картину восприятия Достоевского в русской критике. У нас ведь прижизненная критика – это, опять же, Добролюбов, вернее, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, ну, вот, Михайловский и другие известные имена. А среди русских критиков были очень интересные критики, которые хвалили Достоевского, не только ругали, но и хвалили Достоевского. Интересные критики, которые начинали с критики, а потом сочиняли панегирики Достоевскому, менялось их отношение. Ну, и ну, вот есть совершенно недооцененный критик Загуляев, который писал и по-русски, и на французском языке, в петербургской газете на французском языке. Поразительный критик, ну, вот, который создавал, ну, скажем, европейскую славу Достоевского, мы его не знаем, не читаем, не переводили. Ну, или ну, вот, один из пропагандистов, которого нет в томах «Про и контра», но который оставил очень заметный след в репутации Достоевского, это Вильгельм Вольфсон, который переводил «Бедных людей», «Записки из мертвого дома», ну и, как, в общем-то, сам он признавался, был участником триумфа Достоевского в декабре 1845 года князя Владимира Федоровича Одоевского. Ну, вот, ну и вот весь этот, всю эту эйфорию, всей этой эйфории дебюта Достоевского он был заражен. Ну, вот, ну, интересен том, который Константин Глебович подготовил, том, в котором ну, попытка представить универсальность Достоевского, он и называется «Универсум». Константин Глебович рассуждал о том, почему том трудно пошел и не прояснен. Но я могу сказать, что, наверное, из-за того, что не проработан тезаурус Достоевского. И, собственно, если за как бы исходную стартовую позицию взять прояснение тех ключевых понятий, ну, не мистика, допустим, почвы, а почва, почвенничество, то можно было бы и дальше продвинуться. Но я уже, в общем-то, говорю не столько о результатами как администратор конкурса я очень доволен и буду везде хвалить, а вот как исследователь, который ждет продолжения работы и продолжения с учетом реализации того, что не сделано. Меня восхитил том,
который представил Иван Андреевич, восхитил именно проработанностью сюжета, концептуальностью, проблемностью, критикой, отстаиванием, полемикой. Полемика – это и принцип про эт контра серии, ну и состояние Достоевского. Очень разоблачительный и сенсационный тон. Спасибо Ивану Андреевичу. Ну вот, Елене, всем Юлии Николаевне, ну вот, и Никите. Так что здесь тоже, в общем-то, есть что продолжать, потому что ну, нужно бороться с теми, кто хочет реализовать политический проект «Россия без православия», кто хочет Достоевского сделать Достоевским без православия. Все хорошо, только православие. Все нужно отметать. Достоевского без дневника писателя. Поэтому я поздравляю всех. Я поздравляю и Людмилу Викторовну, и поздравляю Александра Александровича, который, несмотря на свою диссидентность по отношению к Достоевскому сообществу, тоже много делал по этому проекту. Дмитрия Кирилловича, который учитывает дружескую критику по поводу онтологичности. Здесь эти недостатки предыдущих серий, как до этого уже и в русской классике про эт контра преодолены. И я думаю, что в этом направлении, в котором пошла серия, сочетая популярность и научность, проблемность про эт контра, споры, что, в общем-то, проявляется и в сегодняшнем нашем заседании. Мы готовы и сейчас спорить, и, по сути дела, может быть, даже сейчас спор и начинается. Поздравляю всех авторов с значительным успехом.